Здравствуйте! Очередной шедевр от компании AIR. Фирменная коробка. Нож на подставке. Томить не будем. Под названием Бинго. Выполнен в такой азартной тематике, рукоять в виде игральных костей, с одной стороны единички, с другой стороны шестерки, видимо, больше будут привлекать шестерки, тот, кто неравнодушен к азартным играм. Тем не менее, несмотря на вот такую своеобразность, рукоять хвату достаточно удобная. Украшен напыление золота, черное дерево — это граб, тыльник обработан, на котором изображен логотип компании. Желтый металл — это мукумен гаме, и сам клинок — это зедай, привычный нам, 10-16, но посмотрите, какой симметричный и какой красивый в виде таких вот пирамид. С этой стороны вообще, как художник рисовал. Вот такой симпатяга. Поставку вставляется также своеобразно, имеется отверстие под нож и выглядит таким вот образом. Прекрасный подарок, отличный сувенир, при этом нож, который в любой момент превращается в функциональный, с высокой твердостью, спуски в ноль. Как говорится, good luck тому, кто будет счастливым пользователем или получит в качестве подарка. С вами был какнайф.ру. Всем пока!